Сегодня в России отмечается столетие Великой Октябрьской революции. Независимо от того, как трактует эти события современная история, для нашей страны это был поворотный момент. Именно с этого дня началось строительство нового государства. В районном доме культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное этому событию. Историю своей страны забывать никак нельзя. День революции Октябрьской мы будем отмечать, друзья. Зал районного дома культуры полон. Среди гостей люди совершенно разных возрастов и профессий. Но практически все из них помнят то, как 7 ноября праздновали в советское время. Об этом говорили в своих выступлениях председатель районного совета депутатов Татьяна Марченко, глава города Александр Шаповалов, председатель районного совета ветеранов Геннадий Рудометов. Поздравления от лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова зачитал руководитель фракции КПРФ в районном совете депутатов Николай Боровков, дополнив их стихотворными строками. А мне Октябрь великий дорог, упрямой верой людей, что хоть путь трудок будет и нелегок, дождутся люди светлых дней. И оттого вас поздравляю, мои хорошие друзья, такой же веры в жизнь желаю, как у героев октября. Большой вклад в организацию мероприятия внесли сотрудники Белореченского музея. Его директор Галина Морозкина рассказала гостям о важнейших событиях, героях и последствиях Октябрьской революции. Так получается, что сама Октябрьская революция является продолжением февраля 1917 года. 4 года шла война, крайне непопулярная, крайне бездарная для России. За эти 4 года сотни тысячи солдат и офицеров гибли на тех фронтах, на территории Европы, где, в общем-то, интересов России не было. Памятные медали сегодня были вручены в честь столетия Октябрьской революции почетным жителям Белореченского района Александру Болдинову, Валентине Гущиной, Галине Морозкиной, Светлане Сергиенко, Николаю Тугаеву. В продолжении праздничного мероприятия перед гостями выступили артисты районного дома культуры. Савельева, Сергей Чернецов, «События и люди».